Привет, друзья! Сегодня у нас с вами десерт. Давайте приготовим очень простой, но очень вкусный творожный пирог. 100 грамм сливочное масло. Давайте его растопим. Огонь делаем умеренный, так чтобы масло у нас с вами не закипело. Нам нужно его просто растопить. Так, вот достаточно, ребята. Масло у нас растаяло. Убираем с огня, выключаем. Вот на этом этапе включайте свою духовку. Пирог наш делается очень быстро. И нам нужно будет сразу его поставить в разогретую духовку. Неполная чайная ложечка соли. 6 грамм. 100 грамм сметана. У меня процентная жирность 10%. А вы можете добавить и жирнее. Это не принципиально. Смешали венчиком. Пол чайной ложечки пищевая сода. 3 грамма. Одно яйцо. Мы с вами делаем песочное тесто, но оно у нас с вами будет не сладкое. 2 стакана муки, 270 грамм. Немножко муки на стол. Тесто. Формируем и слегка его давайте помнем. Муку не добавляйте. Вот буквально столовую ложку и достаточно. Тесто должно быть мягким, эластичным. Тем более оно к рукам не липнет. Для нашего пирога я предпочитаю использовать стеклянную форму. Диаметр у меня 27 сантиметров. Почему стеклянная форма? Потому что, во-первых, пирог смотрится на ней эстетично и красиво. И второй момент, самый главный, я могу контролировать цвет теста так, чтобы он у нас с вами не подгорел. Учитывая, что мы с вами используем жидкую начинку, это очень важный момент, чтобы мы получили гармоничный пирог. Чтобы наше тесто не сгорело, но и начинка не была жидкая. Наше тесто очень эластичное. Я его не буду раскатывать. Я сразу положил его в нашу форму и просто распределю рукой. Вот так вот кулаком растягивайте его. Тесто разровняли, форму в сторонку. Будем готовить начинку. Для начинки нам с вами понадобится 0,5 килограмма творога. Творог у меня мягкий, он уже протертый. Я вам сейчас покажу, какой он должен быть. Ну вот, видите, какой. Достаточно мягкий. 3 яйца. Давайте перемешаем творог с яйцами и миксером. Стакан сахара, 220 грамм. Столовая ложка ванильного экстракта. Пол чайной ложечки соли, 3 грамма. Смешали. Добавляем цедру одного апельсина. Вот этого достаточно. Я намеренно добавил цедру апельсина, потому что апельсин очень хорошо сочетается с творогом. Все, начинка готова. Заполним форму нашей начиночкой. Отправляем в печь. У меня температура в среднем 178 градусов, это тоже нормально. Ставим в духовку на 30 минут. Затем мы посмотрим, как будет развиваться наша история. Возможно, придется добавить еще минут 5-10. Ну, посмотрим. Этот пирог, он, вы знаете, очень такой капризный, потому что начинка жидкая, поэтому за ним надо глаз да глаз. Итак, друзья, наш пирог готов. Посмотрите, вот какой у нас получился красавец. Пока горячий, давайте слегка его присыпем корицей. Буквально немножечко. Кто не любит корицу, не обязательно. То, что шапочка немножко поднялась, наше суфле, это нормально. Сейчас по мере охлаждения она будет возвращаться обратно. Вот уже мы видим, буквально через несколько секунд из духовки она у нас возвращается обратно. Сколько же я его выпекал? Итоговое время 40 минут. При температуре в среднем 180 градусов. Температуру нужно контролировать. Ни в коем случае не нужно, чтобы она превышала 180 градусов. Иначе ваше суфле слишком активно будет подниматься и будет даже вытекать за края. Тесто может сильно быстро поджариться, потому что там много масла сливочного. Песочное тесто при высокой температуре очень быстро схватывается. Следующий момент. 40 минут я запекал. И когда уже пирог был готов,
я включил буквально на 1,5 минуты верхний гриль. Отключил общую духовку и включил гриль. 1,5 минуты, следите, иначе ваша поверхность будет некрасивая, вы ее сильно пережарите. Все, наш пирог готов. Теперь нужно его охладить до комнатной температуры, и после этого можно сервировать. Что мы с вами и сделаем. Я же должен обязательно вам показать, как наш пирог выглядит, продегустировать его. Сейчас мы с вами приготовим соус из абрикос. Так называемый абрикосовый кулис. Кулис – это фруктовые соусы, которые используются с десертами. 0,5 килограмма абрикос. Грейте сотейник, средний огонь. Нарезаем произвольными кубиками. Две столовых ложки сахара. Вы знаете, что я к белому сахару не очень хорошо отношусь. Всегда предпочитаю использовать что-то полезное, например, тростниковый сахар. Но есть блюда, которые необходимо использовать белый сахар. Сейчас мы с вами собираемся сделать соус из абрикос. Если бы я добавил сюда коричневый сахар тростниковый, то, конечно, бы он исказил цвет. А нам нужно оставить этот прекрасный оранжевый цвет. Доводим все это дело до кипения. Специй я никаких не добавляю. Вы тоже знаете, что я очень люблю специи. Я бы сейчас сюда добавил бы и корицы, и гвоздики. Но абрикос обладает невероятным ароматом. Поэтому я не хочу его портить. 2 минуты, и наш соус практически готов. Давайте его измельчим блендером. Следующий этап. Перетираем через сито. Многие из вас спросят, ну нафига ты это делаешь? Ну зачем? И без того абрикос вкусный. Ну что-то можно процезировать. Ребята, я ресторанный повар. Я работал в ресторане с Мишлен-звездой. При этом у нас были еще награды различные. Ирландский щит, лучший ресторан года и тому подобное. Поэтому мы все делать должны с вами красиво и правильно. Вот посмотрите-ка. Вот эта пульпа, она нам в принципе не нужна. И наш соус уже будет не такой шелковистый. А сейчас посмотрите, какая красотища. Нежный, бархатистый. Он у нас еще с вами не остыл, но при этом уже обладает всеми свойствами хорошего соуса. Видите? Вот, он не стекает. А когда он остынет, он вообще уже будет достаточно плотным. Следующий момент. Я его набираю в профессиональную бутылочку для украшения. И как только наш пирог и соус будут комнатной температуры, мы с вами начнем сервировать и дегустировать. Наш пирог готов. Кулис также готов в бутылочке. Перед тем, как сервировать, я вам рекомендую нашим вот этим джемом сверху покрыть поверхность, так, чтобы она была красивая и блестящая, более аппетитная. Мы в ресторане всегда делаем такой трюк. Обязательно сверху покрываем поверхность для того, чтобы она была такая привлекательная. И, по традиции, ресторанная сервировка. Друзья, наш творожный пирожок. Угощайтесь. Но прежде чем дегустировать, посмотрите, какая плотная структура. Какое получилось замечательное суфле. Как хорошо прожарилось все. Такой замечательный результат мы можем получить с вами только в одном случае. Если вы будете следить за температурой. Если духовка у вас будет больше 180 градусов, ваш пирог пойдет на смарку. Суфле может просто убежать, тесто подгореть. Пирог хоть и простой в приготовлении, но именно выпечка его требует особого внимания. Давайте попробуем. Замечательно. Запах ванили, запах творожка, свежей выпечки, запах апельсина, абрикоса. Мы же его сверху с вами покрыли абрикосом. Невероятный аромат.
Настоящее небесное наслаждение. Вкусный, нежный, ароматный. Ваши дети будут невероятно счастливы, если вы приготовите такой замечательный пирожок. Гости не останутся равнодушными и будут вас хвалить как замечательную хозяйку. Друзья, на сегодня все. Если вы чему-то научились, я буду рад. Если что-нибудь новенькое узнали, я буду от этого счастлив. Пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием и с радостью отвечу. Все новые подписчики, я вас приветствую в нашем сообществе. Я очень рад и благодарен вам за вашу поддержку, за вашу любовь. Пока, мои друзья.